А сколько участников голосования? Не третий, но можете обменять на свои вещи. Это подняло настроение всем нашим коллегам. Я даже поделился с коллегами из регионов, поэтому ребята просто молодцы. Вот достаточно сложные рутинные работы, я всегда говорю, члены участковой комиссии, то, что они умеют вот этот огонек, вот эту искорку включить в свою работу, это замечательно, это настраивает на позитивный лад. Ну и посмотрите, какая вежливость, как они принимают людей, как они встречают людей. Ну, это дорого стоит, я бы сказал, что это вот образец для каждой комиссии.